Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, поддавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Сильный характер, уверенность в себе и магнетизм, излучаемые владельцами этого имени, производят глубокое впечатление на окружающих. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Люди с этим именем настойчиво и решительно воплощают в жизнь свои цели. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буквы «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Иногда владельцы этого имени выполняют лишь роль орудия возмездия судьбы для других. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.